Ой-ой-ой-ой, блин, ливень. Только за грибами хотел сходить. Эх, ладно. Блин, жалко, сейчас ливень идет. Так. Нужно лечь. Вот так вот. Ой, лягу я. Ой. Я что, уже проспался, что ли? Какой-то сон, значит, приснился. Так. Ой, мне нужно сейчас в туалет сходить. Вот так вот в туалет сходили. Так, отлично. Ага. Вроде бы все почти. Все. Ой. Так, сходим нормально в туалет. Так, обыкновенный день. Сейчас мы сходим в ванну. И теперь начнем мыться. Включаем. Ой, на-на-най-най-най-най. На-н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 а. Ой, все, помылись, блин. Так, как я там выгляжу? Что я в куртке-то? Так, я поставлю эту куртку вот. Давайте-ка, она уже грязная, скоро мы ее постираем. Кинем пока в ванну. О, как я классно выгляжу вообще. Оп, стоп. Блин. Я конкретно забыл. Забыл это. Так. Да, во. О, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс. И уже на канале целых 54 подписчика, ребята. Мы что-то резко расти начали, ребята. Надеюсь, мы нарастем много подписчиков, ребята. Ну ладно, давайте-ка мы сейчас пойдем на улицу. Какая-то такая погода, какая-то пасмурная. Скорее бы ясная была, ребята. Давайте-ка погуляем здесь. Зайдем, что ли, на это здание. Посмотрим на всех жителей. Я тебя сейчас сломаю! Нет, я тебя сейчас сломаю! Ой, здесь какие-то разговоры. Я хотел зайти. Отойди, Ликс. Ладно, проходи, Джеймсон. Так, ребята, в общем, сегодня мы, как вам сказать-то, погуляем по деревне, ребята. И что еще будем делать-то? И я, конечно, не знаю, давайте-ка посмотрим, сколько записывает наша камера. Ух ты, как много, ребята. Да, кстати, снег пропал. Я того уже босса победил. Что случилось у нас в деревне, ребята? Конечно, непонятно. Жители вернулись, камин тоже вернулся, и дети сейчас... Нету какой! Почему все в белом? Я не понимаю. Так, что ты делаешь у меня в грядках? О, Ликс! Привет, Ликс. Я здесь просто тебе подровняю растения, а то половина уже вымерла. У тебя вымерла половина растений. Это понятно. Ладно, хорошо, делай свое дело. Картошечка. Так, ребята, я предлагаю... Давайте сходим на каток. Давайте-ка, ребята, покатаемся. Тан-т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 ан
посмотрим. Идемте-ка к нам домой. Так, в общем-то, дело в чем-то. Я, короче, все, ребята, здесь в деревне почти что изменено. Но в эту дыру мы не понимаем, что с этой дырой случилось. Что это за звук? Итак, внимание жителям! Скоро что-то появится в деревне опять. Мы не можем предположить именно что. Готовьтесь к нападению.
какая-то в виде ведьмы. Или не ведьмы. Что-то, какое-то существо. Мы даже не понимаем объяснение этому. Я даже заикаться начал. Ладно, мы не можем понять, что случилось-то. Операторы СМИ сейчас в шоке. На город было нападение. И сейчас пару деревень было уничтожено и захвачено ими. Даже правоохранительные органы не помогли. Это настолько опасно. Мы назвали это существо супермонстром. Так что, явитесь. Потому что у нас что-то может быть не то. Отбой! Так, а я понять-то не могу. Ликс, ты слышал новости? Слышал? Да, слышал. Ребят, я понять не могу, что случилось опять. Опять что-то происходит в нашей деревне. Но нужно разгадать, что именно. Почему именно у нас опять что-то произошло не то? Чё это за коробка? Ребята... Оно идет! Оно идет! Ну и че, здравствуйте! Я здесь! А, что? Что это за существо? Что это? Итак, внимание! Я пришла сюда захватить эту деревню и сделать ее другой. Она будет моей. Мой план захвата таков. Я превращаю эту территорию на вот эту. Я сделаю ее такой чернейшей черной. Все будет моим. Все будет моим. Хе-хе-хе. Я захватила много всего и захвачу все здесь. Пока что она вот такая. Ну ничего, я начинаю план вторжения и выхожу отсюда. Все, я прорываюсь. Я сейчас выйду. Что? Вы слышали? Это существо начинает вторжение. Ликс, помоги. Помоги нам. Помоги. Помоги. Эй, ты! Черная. Что ты сказал? Я тебе говорю, ты черная тварь. А ну-ка подойди-ка сюда. Ладно, я не боюсь. Ликс, будь осторожней. Будь осторожней. Благословит тебя Бог. Не надо мне слов перед прощанием. Чё? Я сейчас выйду и поговорим face to face. Что это такое? Поговорим лицо в лицо. Так ты здесь главный защитник, да? Тебя это волновать не должно. Зачем сюда ты пришел? Я даже не знаю, кто ты. Позволь представиться, я молодая ведьма. Уходи отсюда прочь и забирай свои клятвы обратно. А что, если не уйду? Ты пожалеешь об этом. Скорее всего, ты пожалеешь. Я умею управлять телекинезом. И, кстати, смотри, что я могу. Я могу просто взять и сделать под тобой яму. Хочешь? Нет. Я думаю, что ты хочешь. А! Что? Что ты сделал? Что ты сделала? Что ты наделала? Нет, нет, нет. А теперь смотри-ка сюда. Я тебя, ладно, верну. Как же классно играться с такими тупыми, как ты. Но я вернусь к делу. Захватить!
возвращаюсь к себе. Возвращаюсь в эту вещь, в свое тело. А точнее, в этого огромного монстра. А выпускаю своих. Пока. Появитесь. Ой, это не те. Заспавнитесь. Выпадайте. И они начали атаковать. Тем временем Ликс пока что ушел домой. Он успел уйти домой. И они вышли из всех ям. И эти тени начали атаковать всех. А-а-а! Помогите! Ликс! 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 А-а-а! Что нам делать? Они очень сильные! Они бьют нас! Они бьют нас! Бежим! 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 Эй, не трогай меня, чё-то! Сейчас что-то придумаем. Может быть, радиосвязь какая-нибудь поможет что-то сделать. Давайте-ка, ребята, ультрасвязь антенна установим. Давайте-ка вот так. Так. Вот так поставим. Ребята, давайте создавать оружие. Блин, у меня ничего нет. Ничего нету, ребята. Ничего нет. Блин, как жаль. Что нам делать теперь? У меня же лом есть. Точно, точно. Сейчас, ребята, мы возьмем лом. Так. Лом, видимо, нормальный. Алекс! Что там? Господи! У них трупы, что ли, там уже? Что такое? Это мои! Это мои такие! Понимаешь? Что они делают? Кто это, твари? Мразь, уйди отсюда! Блин! Ребята, они повсюду атакуют. На, тварюга, скотина. Паул Джонсон. Блин, никто меня не слышит. Меня закучковали. Ребят. Нет. Другие представления должны быть. Что если мы представим... Так, ребята! Так! Давайте-ка выйдем! Их трупы валяются! На самом деле, то, что вы видите на экране, является представлением всего лишь. Так, нет, я убью тебя! Убью! Нет, я умер! Нет! А может, они по-другому выглядят? Так, ладно, ребят, то... Думаем. Все, что вы видели на экране, является просто представлением. А вдруг они выглядят по-другому? Кто знает? А жители пока спрятались, кто-то даже умер. Они повсюду. Все, что вы видели два смерти назад, это были всего лишь представления. Продолжаем. Так, нужно что-то делать. Что-то нужно делать. Так. Нет! Они выглядят не так, как в моем представлении. И сейчас Ликс начинает действовать. Внимание, сейчас уже идет не представление. Так. Ребята, выходим. Так, у меня идея. Так. Вроде бы как обычно. Умри! Блин, они очень больно бьют, ребята, я не знал. Они прям как в моем представлении. На! Он бежит за мной. Так, ребята, мы спрятались. Они сейчас охраняют, пытаются захватить территорию нашей деревни. Но я не дам этого сделать! Где он? Так, они толпой нападают. Вот крысы. Блин. Так, ребята, идея. Так, ребята,
Давайте-ка сюда залезем. Давайте-ка. Вот так, вот так, вот так, ребята. У меня появился план. Все, они сюда зайти не смогут. Однако через окна они бьют. Они бьют через окна. На, ой, на. Что делать? Ой, о, ребята. Сейчас идея, вот так. Бьем. Ай, ребята, как они резко бьют. Ай, со всех сторон. Что делать? Так, ребята, у меня появился план. Как что делать? Раз, два, три. Выбегаем. Ай, они очень больно бьют. Они очень больно бьют. Толпой нападают. Ну что, Ликс, тебе это нравится? Ты ведьма, ты еще пожалеешь. Пожалеешь ты. Ты пожалеешь. Да, у меня появился план. Скину я вас в яму, в яму. В яму, в яму. Точно, в яму их. В яму, в яму. Да, да, я скину вас. На, на, подохни, тварь. Тварь, созданная чертом, блин. Так, ребята, что делать теперь? Проблемка. Как его столкнуть? Вот так, вот так. Так, умри. Так, что-то нужно делать. Как предпринять что-то. Появился план. План, 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 ребята. У нас такие, блин, монстры в деревне. В нашей настоящей деревне. Но ничего. У меня появился гораздо лучший план. Вот отсюда. Вот с этой скалы можно их скинуть. Нет, 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 нет. Самому нужно забежать сюда. Ох, пока меня не видят. Так. Все, начинаем действовать. План действий. План действия. А чё он стоит-то? На! Подохни. 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 Есть! Убили одного. Убили одного. Ребята, теперь нам главная проблема выйти отсюда. Выбраться же нужно. Залезли, теперь выбирайся. Как говорится, расхлебывать. Ой, свою дичь нужно расхлебывать самому. Так, нет, 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 вот так. Да, вот, 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 вот. Я вернулся! Ты пожалеешь, пожалеешь, пожалеешь. Пожалеешь ты. Ребята, что-то здесь не то. Какая-то бессмысленная драка. Но ничего, у этой драки есть смысл. Она боевая. Да, я смог это сделать. Лом, он очень сильный, он сильнее, чем меч. Он не ломается, он не ломается, лом не ломается. Он сам всех ломает. Так, благодаря лому мы пока живы. Ой, благодаря тому, то, что... ну, короче, то, что у нас есть ум, мы можем что-то предпринять, ребята. У меня появился самый лучший план. Завести их просто в эту конуру или дыру. И просто скидывать их. На, 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 тварюга, получи. Лом сам всех ломает. На, тварюга. Ай, они бьют со всех сторон. Так, ребята, заводим, заводим просто их в яму. Заводим. Так, давай, иди сюда. Вот теперь ты один. И мне с тобой будет легче справиться, чем с двумя. Неужели? Есть! Третий умер, блин. Неужели у нас получится хоть что-то? Ликс, а ну-ка иди сюда. Что ты, как ты их побеждаешь? Их никто не может победить. Я тебе сейчас... Ну чё, ну чё? Готовься к своим похоронам, блин. Ведьма-тварь. Я ведьма. И что? Ты ведьма, ведьма, блин. Это все поняли. Чёртовое создание. Я сейчас твоих этих чертей, блин, заманю сюда. Попробуй. А вот попробую, блин. Ай, они очень сильно бьются. Но это нам не мешает. Мешает лишь то, что... Так, ребята. В общем, у нас... Мы идем к успеху. Надеюсь, мы сможем это сделать.
Так, у меня уже руки болят. Но придется бороться, да, за свою деревню. Да, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-ай, блин, ай. Прям по печени ударили. Ничего. Последний удар. Да. Попади ты в яму. Умри, умри. Нет. Фух. Умри, гад! Это Спарта! Так, победили одного. Ты, слушай, ты неугомонная тварь. Как ты убиваешь моих помощников? Мне легко справляться с твоими чертями, блин. Этих чертей я легко побеждаю. Потому что я много их за жизнь встречал. И мне ничего не помешает. А как насчет колдовства? Твое колдовство на мне не работает. На мне ни одна иллюзия не работает. Я самый нормальный в этой деревне. Ликс, помоги нам! Помоги! На, чё? Что? Давай, иди сюда. Гадина, я тебя не боюсь. Слушай, я тебя вообще не боюсь. Так. Резкий рывок, на! Видели, какой? Ну, супер удар. Вертушка, танк, панк. Ребята, вертушкой, панк, ребята. У нас получается вертушкой его сломать. На, последний удар. Ты сдохнешь. Ой. Ребята, я что-то со мной не так. Блин, как же почки болят, как он больно бьет. Я тебя убью. Есть! Победил. Ребята, самое главное, то, что нужно их столкнуть просто. Че, их не осталось, да? Нет, они остались. Они даже на крыше твоего дома. Где? Ха, я тебя обманула. Так, у меня появился план. Я тебя сейчас начну уничтожать. Нападайте. Блин, опять эти черти. Я убью твоих чертей. Ну попробуй. А что если у меня появился план? Что нам делать? А-а-а! Зачем ты их применил? Ликс, иди сюда! На! Ребята, у меня появился план. Самый лучший план. Как по победе их. Я просто сейчас уничтожу эту вещь. И они все пропадут. Так, ребята. У меня есть кое-что. Зажигалка. Ребята, так, выходим. Так, ай! Убиваем. Они не дают мне пройти. Ребята, это довольно намного легче, чем то, что было когда-то. Помните, когда меня телепортировал сам Паул Джонсон в ад? Так, все, поджигаем! Поджигаем, все! Ребята, терпим! Терпим боль! Нет! Мне больно! Че, тебе больно, да? А ты знаешь, сколько ты боли принесла всем? Получай, жадная ведьма! Кровожадная, блин. Атакуйте его! Сундук вместе с ней случайно запечатался. И теперь она сгорит. Внимание тем, кто смотрит на данную вещь. Никто на самом деле не пострадал. Да шутка, все пострадали. Сейчас все страдают. Да, ребята, хочется сказать, там лежит сундук, в котором она спряталась и вызвала своих чертей. Но теперь она сгорает. Она заперлась, что так, что не может выйти. Видите тот сундук? Она там лежит. И сейчас пытается выбраться, но у нее ничего не получится. Сундук сгорает. Вместе с ними она. Гори, тварь, гори! Гори, блин! И сундук сломался. Вот так он сломался. Все. Пунк! Все. И ничего не осталось. Все сгорело.
в принципе, и дом. Что? От жары у меня уже камера лагает. Что-то не то. Что-то не то. FPS камера падает. Ребята, тушим. Чтобы от тебя ничего не осталось. Так, ребята, неужели у нас получилось? Мы победили того, кого нужно. Да, ребята, у нас это получилось. Вскоре ему он выкинул вещи, остальные положил в сундук. И они начали пропадать. Примерно все. Они все пропадали. Да, вот так они пропадали. Добрый дух летел и забирал все у них. Ни одного не оставлял. Эти черти пропали. Были ли последние, это мы не знаем. Однако чертей больше не осталось. Вся деревня была чиста. План захвата у нее не удался. Ведьма была очень слабой для Ликса. Ликс смог победить. В это время Ликс бежал домой. Нужно поскорее дойти домой! Нужно поскорее все положить по местам. Нет. Потушить. Фух. Ой, ребята, неужели? У нас получилось это! Получилось! Мы победили эту ведьму! Эта чертовая тварь не осталась! И эти уже пропадают черти. И все черти пропали. Однако домик остался разрушенным. К сожалению, жители были убиты. Я просто в шоке, ребята. Мы смогли победить ту, которая просто захватывала всех. Однако... в смысле? Что? Один в доме? На, подохни. Я убью тебя. На, умри, гад. Нет, он меня убивает, блин, а не я его. Ничего. И, ребята, идея снова. Давайте-ка возьмем наш лом и начнем добивать. Или что-нибудь другое. Топор. Как раз-таки подойдет. Ребята. Так, давайте-ка убьем этого чертя. А то не хватало у нас чертей, блин, еще. Чтобы осталось. Нет, все! Мы победили, ребята. На этом у нас видео конец. Не забывай ставить лайки и подписку на канал. А мне придется вызвать скорую. Увести погибших жителей на похороны. Итак, кладбище у нас пополнится. Но не суть, ребята, самое главное... У нас получилось это. Мы победили ту ведьму, которая взяла и просто хотела разгромить нашу деревню номер 17. Но у нас получилось. Мне удалось это сделать. Ребята. Эх, сохранил твой долг, Паул Джонсон. Я спас деревню. Как намеренный защитник. Держи награду от моего духа. 8 алмазов. 8 алмазов? Неужели? Неужели, ребята, все поставим обратно? Ребята, мы еще награду получили. Всем удачи, всем пока.